Дорогие друзья, всем привет! На связи Рашид Сайфутдинов. Сейчас я покажу вам, как легко вводить и выводить деньги в Bitex. Смотрите, у нас теоретическая платежная система у Bitex, epaycore.com. Вот, и, собственно говоря, она очень удобная. Здесь можно делать любой обмен любой валюты. Там все происходит достаточно быстро. И самое главное, вы сейчас можете благодаря этому легко выводить деньги из Bitex, заработанные. И это огромное преимущество для инвесторов. Вот собственная платежная система, легкость ввода и вывода средств – это все показатели надежности Bitex. Короче, смотрите, друзья, что надо сделать, чтобы выводить и вводить средства в Bitex с помощью системы ePayCore. Это универсальная платежная система. Смотрите, для начала нужно зарегистрироваться. То есть щелкайте сюда, зарегистрироваться в системе ePayCore. Вот, собственно говоря, как происходит регистрация. Здесь все максимально просто. Вводите свой действующий e-mail, щелкаете «Зарегистрироваться». Дальше вам предлагается ввести проверочный код. Проверочный код придет на введенный e-mail. Проверяете ваш e-mail, вводите код, нажимаете «Войти». Дальше вам нужно в личном кабинете уже, да? Давайте сейчас войдем в личный кабинет. Вам нужно на странице, который откроется у вас, да, профиль. Вот нажимаете сюда на ваш профиль, и вам нужно будет его заполнить. Это первое, что надо сделать. То есть ваше ФИО, дата рождения, e-mail, телефон, адрес, паспортные данные. Смотрите, у вас здесь будет специальная ссылочка, да, то есть вот, даже нет, до ссылочки. Все данные ввели, нажали сохранить, сохранили все свои данные. Вот, после этого у вас вот будут ссылочки там, верифицировать e-mail, верифицировать телефон, верифицировать адрес, верифицировать паспортные данные. То есть над каждым пунктом будет ссылочка. Щелкайте по ней и по инструкции верифицируйте телефон. Как происходит процедура? Номер телефона верифицируется. Вот здесь у вас будет специальная ссылочка. Щелкайте по ней. Далее вы перейдете на специальную страничку, где там будут инструкции, да, то есть все будет показано. В чем суть? На телефон приходит смс-ка, ну, все как обычно, и вы эту смс-ку вводите, подтверждая тем самым действенность вашего телефона. Как происходит верификация паспортных данных и вашего адреса? Вообще, эта процедура, она обязательна для того, чтобы вы могли пользоваться платежными системами полноценно, да, так действует верификация во всех платежных системах, здесь ничего страшного нет, там просто по инструкции вам нужно будет загрузить пару-тройку документов, дальше вот происходит верификация, да, админами платежной системы, и все, ваш аккаунт полноценный. Что здесь можно сделать? Здесь можно пополнить кошелек, там, AdvoCash без комиссии, Perfect Money без комиссии. Можете пополнять любой криптовалютой без комиссии, то есть биткоин, эфириум без комиссии, плюс это происходит достаточно быстро. Можно переводить средства, да, можно делать обмен средств, ну и так далее. Короче говоря, друзья, вот смотрите, вы сейчас можете сделать следующее, да, то есть вы можете на самых выгодных условиях, пополнить ваш баланс в Bitex. Как все это делается, сейчас давайте все это вам покажу. Вот, допустим, нам нужно пополнить баланс в Bitex. Что мы делаем? Смотрите, мы вводим здесь нужное количество... прежде чем вводить, да, зайдите в личный кабинет Bitex, раздел «Финансы» или «Финанс», там зависит на английском, да, в зависимости от того, какой язык вы используете в личном кабинете. Дальше, зашли в «Финансы», выбираете здесь EPC доллары, то есть вот этот значок нажимаете, у вас должен активироваться вот здесь вот такой значок, да, где будет написан ваш баланс в долларах. Ну, вот я все держу в буксах, в токенах биржи на этом аккаунте. Вот, короче, переходите сюда, EPC, да, вот. Дальше, чтобы пополнить баланс, вы здесь делаете следующее. У вас должна быть авторизация в системе ePayCore, да, как я показал, то есть зашли туда, в личный кабинет. Дальше, из личного кабинета Bitex вы здесь вводите количество, на которое хотите там пополнить, да, там, допустим, на десяточку пополнить, там, на $1000. Ну, короче, как можете, да, сколько хотите инвестировать. Нажимаете здесь «Пополнить». Дальше у вас здесь будет кнопочка сейчас «Подтвердить». Да, сейчас она появится.
Вот, подтвердить. Дальше вас переадресовывают на систему ePayCor. Если вы там авторизованы в личном кабинете, то у вас будет как раз интерфейс для пополнения. Пополнять вы можете здесь, по сути, давайте вот здесь вот нажмем авторизоваться, он просит повторную авторизацию. Вот, и здесь у вас будет выставлен счет, который вы можете оплатить, да, то есть вы можете его оплатить как с кошелька, да. Для этого вам нужно предварительно в ePayCor пополнить баланс. То есть, что это значит? Вот вы заходите в личный кабинет ePayCor, дальше пополнить кошелек, да, переводите на ваш баланс без комиссии через этого кэш, Perfect Money или там биткоин, эфириум или даже с карты, да, переводите на баланс в системе ePayCor, дальше заходите в Bitex, как я показал, да, там выставляете счет. И после этого вот у вас в этом интерфейсе уже, да, когда пополнен баланс в системе ePayCor, допустим, там на $1000, на $10000, вот, вы щелкаете «Оплатить счет», после чего происходит зачисление на ваш кошелек Bitex. Вывод, соответственно, тоже происходит максимально просто. Вы, смотрите, переходите в Bitex и в личном кабинете в раздел «Обмен», и сначала вам нужно буксы обменять на EPC. То есть вот у нас здесь, укажите количество буксов, там, допустим, 100 буксов, да? Так, это у нас получается 9 целых, там, ну, короче, 9 с чем-то долларов. Вот, щелкаем обмен. Все, подтверждаем обмен. После обмена переходим в раздел «Финансы». Точно так же в «Финансах» переключаемся на EPC. Да, и здесь вводим, сколько у нас там, давайте 9 долларов увидим. Так, и вставляем сюда кошелек из системы ePayCor. Где его взять? В личном кабинете ePayCor, вот здесь у вас кошельки, копируйте долларовый. Вот, возвращаетесь в Bitex, вставляете сюда, щелкаете, вывести. Дальше подтверждаем транзакцию, немножко ждем, и вуаля, операция успешно прошла. Дальше проверяем баланс на ePayCor, у вас все зачислится, и, в общем-то, здесь мы можем спокойно уже вывести средства, хоть на карту, хоть на биткоин, хоть на эфириум, как хотите. То есть здесь комиссия гораздо меньше, операции происходит гораздо быстрее. Вот давайте сейчас проверим. Кстати говоря, вот сейчас пообновляем страничку. А, вот все, 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 все. Смотрите, друзья. Вот центр уведомлений, да, тут нам пришли денежки. Так, с Bitex, вот они все на балансе, можно их выводить. То есть, если хотите вывести, что там у нас. Так, либо перевод, либо обмен. Сейчас посмотрим. Так, вот перевод средств, да, на банковскую карту. Ну и все, вот с этого кошелька там переводим сколько надо на любую карту. Visa, MasterCard, Maestro, Мир. Все нормально, все четко. То есть вводите номер карты, нажимаете подтвердить, денежки вам приходят. В общем, друзья, смотрите, все операции, они фиксируются в блокчейне, да, то есть любая транзакция, она официальная, здесь нет ничего такого левого, да, все работает четко, как часы, и, в общем-то, уважаемые партнеры, те, кто в Bitex, я вас хочу поздравить с тем, что теперь есть удобная платежная система у Bitex, вот, которая интегрирована в личный кабинет, можно с легкостью, не пользуясь сторонними обменниками, которые дерут зверские проценты, обменивать валюту, делать переводы друг другу, да, обменивать букс на, через эту платежную систему на любую другую валюту, заводить деньги в Bitex, инвестировать и выводить. Друзья, моя рекомендация, если вы хотите себе пассивный доход, закупайте сейчас токенами Bitex, потому что они уже совсем скоро будут расти в цене. Более того, здесь есть просто убойный маркетинг-план, благодаря которому люди зарабатывают в легкую 3-5 тысяч долларов в месяц. Кто-то умудряется делать это за неделю-две. Вот, короче, здесь доходы просто офигенные. Если вы хотите себе стабильный доход, при этом не вкалывать как белка в колесе ежедневно, то я вам рекомендую действовать разумно. Никакой халявы здесь не будет. Если вы лентяй, халявщик, нытик, вы нам в команду нафиг не нужны. Но если вы активный и целеустремленный человек, который понимает, как нужно действовать, понимает, что такое стратегия, понимает, как умножать свои финансы, при этом хочет это все делать грамотно и сделать в ближайшее время для себя достойный капитал, чтобы все было в шоколаде и при этом готов действовать, а не ныть. Короче, если ты такой человек, то добро пожаловать в Bitex. Обязательно напиши человеку, который показал тебе это видео, вот, и стартуй. Стартуй прямо сейчас, потому что вот
шанс, крутой шанс в жизни дается очень-очень редко. Если ты его пропускаешь мимо, ну, значит, ты лузер. Если ты его хватаешь и доводишь дело до конца, значит, ты добьешься успеха. Короче, друзья, всем желаю успехов, максимальных результатов, чтобы все в жизни было отлично. Больших вам побед!